После чудесного избавления от злого Доматора, Эрик Быстрый, Олаф Толстый и Балиак Ужасный зажили наконец-то спокойной, счастливой жизнью викингов. Однажды возвращались они с рыбалки. Мы еще не приехали, а я голоден. Подумал бы об этом заранее. Ты ел 3 раза сегодня. Неудивительно, что я голоден. Наконец-то я держу в руках этих викингов. Ну я им задам. Надпись гласит «Не трогать», а вовсе не орехи. Что такое орех? Похоже, пахнет чем-то вонючим. У нас что-нибудь получится. Но это в натуре не наш корабль. Пора поискать путь домой. Нажми на человечка, чтобы говорить, или читать файл помощи вроде этого. Мы ищем большой и яркий кусок металла, что доставил нас сюда. Я знаю заклинание, которое вас туда отправит, но вы все должны здесь присутствовать сразу. Press L1 or R. Теперь они имеют друзей везде, где они идут. Я их поймаю и запру во имя добра. Да, мы дома. Фанк и Скорч исчезли. Ребята, это не похоже на наш корабль.